произошла в далекие времена в стране Баркаролли, где жили принцы и принцессы, трубочисты и трубадуры, добрые волшебники и коварные колдуны. У короля Юриана III был прекрасный сын, принц Джулиан, но король никак не мог найти для него невесту. Джулиан увлекался поэзией, астрономией, кибернетикой, а принцесс интересовали лишь наряды, балы и балык. Я добрый волшебник, Лебурдон. Я не помешал, пардон.
Здравствуй, Лебурдон. Ты всегда так неожиданно исчезаешь и появляешься. Звезды подсказали мне, что тебя очень утомили эти недообразованные принцессы королевских кровей. Но я знаю, как тебе помочь. Этой ночью в твоем любимом созвездии волосы Вероники были две яркие вспышки. Это говорит о том, что ты можешь найти свое счастье, но для этого тебе придется покинуть свой дворец, отправиться в дальний путь, переплыть океан, испытать немало лишений. На каждом шагу тебя будут подстерегать опасности. Готов ли ты ринуться в путь? И ты еще спрашиваешь? Я знал, что ты так ответишь. Мне очень жаль с тобой расставаться. Сколько чудесных ночей мы провели с тобой на крыше, разглядывая звезды и читая стихи. Но я верю, что мы с тобой еще встретимся. Как коснется очков переносится,
мир другой моя жизнь переносится. Спасибо большое, Лебурдун. Я прямо сейчас отправлюсь. Можно? Одевай очки. Рынок Алатау, 13 ряд, 8 контейнер. Как коснется очков, переносится. Другой мир, моя жизнь, переносится. По морям, океанам бороздил наш бригад. Пузыряя по звездам, а порой на угад. Если шторм застигал нас где-то и завалом шел вал, сквозь порывы морского ветра его голос звучал, оврал. Боцман дядя Паша, старый волк морской. Боцман дядя Паша, не знаком с тоской. Он заправит трубку крепким табаком и задаст чечетку звонким каблуком. Только что-то стряслось в одном из дальних портов. Он всю ночь прогулял, вернулся пьян без портков. Видно, в крепкую драку где-то дядя Паша попал. Никому он не дал ответа и лишь только кричал: «Аврара! Боцман дядя Паша! Старый волк морской! Боцман дядя Паша! Потерял покой! Он не отбивает звонким каблуком, лишь сидит, скучает, не понять о ком». Но лишь вышли мы в море, налетел ураган, и рыбацкую лодку к нам принес океан. С мулаткой вместо паруса там мулатка натянула портки, и нам стала ясна разгадка его прежней тоски. Ага! Боцман дядя Паша, старый волк морской. Боцман дядя Паша, он у нас такой. Снова он не знает горя и тоски, ведь при нем мулатка и его портки. Эй, шу-ду-ду-ду, ва-пэ, эй, шу-ду-ду-ду, ла-та-па-ла-па, шу-ду-ду-ду, ва-пэ, эй, шу-ду-ду-ду, Джулиан из Баркароли. Я хотел бы плыть вместе с вами. Баркароли? Знаю я такую старую посудину. А что ты умеешь делать? Я умею ориентироваться по звездам. Так, тогда скажи мне, где находятся волосы Вероники? Волосы Вероники находятся вон там. А еще я умею давать валы. Наверняка на вашем пути будут встречаться многие различные климатические зоны. Обязательно. Наш день, кстати, заклинивает. И мы плывем строго на север. Ты не боишься морозов? Я встречал на своем пути столько холодных сердец, что никакие морозы меня не страшат. Так поможешь. Отдавай концы. Концы в аду!
помчался вперед, на север. Принц оказался неплохим штурманом. Легко ориентировался по звездному небу. И вот однажды Колорадо закричал: «Земля! Ну почему-то белая». «Ну, ребята, да это Чукотка. Это как раз бухта «Перенение в исполнении». А вот один, как раз тут у нас, я вижу, одно привидение появилось. Ага, давай ты будешь мартоваться, надо бы с ним поговорить». Далеко-леко, однако, озеро есть Титикака. Полярной ночи мало, чтоб дойти, однако запрягу свою упряжку и отправлюсь в путь. Застыл бы Беринга пролив, однако там за Тихим океаном стану главным я шаманом, научу индейцев я оленей пасти. Моя гиранка никогда меня хитрю, чтоб медведь не смог найти. Нелегко-легко, однако, мне попасть на Титикаку. На юге отпуск всю жизнь проведу, однако там везде растут бананы, лето круглый год. Качаются на ветках чучел, научу индейцев на манжарах ходить. Посреди деревьев манго спрячется моя гиранга. Никогда меня белый, чтоб медведь не смог найти. Научу индейцев на манжарах ходить. Посреди деревьев манго спрячется моя. Здравствуй, однако, мудрый щупчик. Здравствуй, однако, полосатая человека. Большая корабля, однако. Наш корабль действительно называется «Однако». Я слышал, ты хочешь попасть на Титикаку? Но просто так на реке тебе туда не добраться, если даже замерзнет берегом пролив. Да. Твой путь будет лежать через страну, которая воюет со всем миром. И тебя обязательно ждут в армии. Тогда возьми меня, полосатая человека, в свою упряжку на большую каяк. А я попрошу белого медведя, он починит тебе киль, и мы сможем поплыть на юг. Я согласен. Только ты будешь указывать нам дорогу, чтобы мы проплыли мимо всех айсбергов, которые вырастают в тумане. Ну, тогда отдавай концы, помощник. Я а кому отдавать-то? Мудрому что ли? И корабль с отважными мореходами пустился к югу. Они пересекли Тихий океан и однажды утром увидели чудный остров. Там обитали русалки. Они плавали туда-сюда, но часто возвращались на остров. И они решили, наша команда решила высадиться тут же на берег. Очертания тонкие, голос дрожащий, как струна. Это
морских островов Амазонки, это о них здесь поет тишина. Спят в разливах зеленые кущи, это вечерняя взмокла вдали. Здесь они посвящают живущим дикой магии действа свои. Thank you.
В красном костюме. Помню,
По-моему, это та девушка, о которой я мечтал всю свою жизнь. Да, но боюсь, нас тут скорее затопчет. Тут негде пришвартоваться. Так это уже не Тикака. Нет, это еще Катапулька. Наших героев захлестнула волна карнавала, и они потеряли друг друга в толпе. Спасибо, милой, и веревка пушистая.
Нет, дети вообще, я не знаю, народ такой. Недавно слышу, двое детишек рассказывают друг другу. Обернулась Василиса прекрасная, вокруг себя платочком взмахнула, ударилась о пол и вырубилась нахрен. А другой ей говорит, вышел Кощей Бессмертный в 40-градусный мороз босиком и отморозил себе левую смерть. Вот. А недавно я видела, как пионеры на заработанные деньги покупали проституток и выпускали их на волю. А вообще недавно я купила пылесос такой замечательный, обалдел. Ага, классный. А главное, кошечка сначала боялась, а потом втянулась. Ага. А тебе веник мой понравился, да? Здравствуйте, добрая женщина. О! Винтик, вы не подскажете, как мне найти театр из «Сантехник Ягва»? Принц нашелся. А, из «Сантехник Ягва»? Знаю, у меня там знакомый Потапов. Сантехник живет. Ага. Такой веселый, мы как-то с ним... Ну, это не важно. В общем, пойдешь оп, туда-сюда, наискосок, через ручеек, в лесок. И на мосток. А вот там они и стоят. Ага. Спасибо, королева чистоты. О, я королевна. Чистая. Я принц Джулиан из Баркаролли. Ха, принц Джулиан, как смешно. А я Джулиан. Баркаролли, это где-то в Колумбии, кажется. Если честно, я не перевариваю ни принцев, ни наркобаронов. Недавно мы были на острове Амазонок, и меня там тоже чуть было не переварили. Надо же, а ты остроумный принц. Ты знаешь, я вообще-то спешу на репетицию, извини меня. Счастливо. А где же мы встретимся? Встретимся? А давай встретимся на сцене. На сцене? И что же она имела в виду? Разлучая наши души,
сам спасается любовью. Сам спасается любовью. Если ты не согласишься выйти за меня замуж и жить на моей лучшей фазенде,
Я куплю твой театр вместе с тобой. И я клянусь героином, ты будешь петь для меня каждый вечер. Ах, Дона Моралес, я знаю, ты можешь купить тысячи театров. Ты можешь купить тысячи базаров. Но сердце бразильской девушки ты не сможешь купить. К тому же у меня есть жених, принц Баркаролес. Что же это за принц, который не боится самого Дона Моралеса? Я здесь. Я принц Баркаролес. Это он? А это моя невеста. А деньги у тебя есть? И мы обручены. И я вам устрою. Наша свадьба. Я вам устрою свадьбу. Я вам устрою медовый месяц. Вы на всю жизнь запомните, кто такой Дона Моралес. На меня этот взгляд ничего не значит. Пролетит 3 года или 3 дня, жизнь уже не прожить иначе. Поменяй судьбу хоть 10 раз, прошагай дорог миллионы нитей. Если нет любви, значит нет и нас, и не жди никаких событий. Огни вокруг, мир не так уж плох, а кулис траву
зальет за солнце свет. И если нету за душой ни гроша, и в твоем меню одна лапша, причем на ушах. Пусть подруга убежала опять, но не стоит на судьбу менять. Ты сделай свой шаг. Тем более, что они обещали мудрому Чукче показать это удивительное озеро. Добравшись до озера, они остановились в небольшом селении на берегу Титикаки на несколько месяцев. Боцман познакомился с перуанской девушкой Ля Бореттой. Правда, он плохо знал испанский язык и не всегда правильно ее понимал. Спокойно, малыш, не плачь.
голову и даже совсем не плакал. Ты знаешь, я спел ему песенку и рассказал о звездах. Ты очень красиво поешь. Ты мог бы выступать в бродячем театре. Знаешь, Джулия, раньше моим любимым созвездием было волосы Вероники. Волосы Вероники. А теперь какое твое любимое созвездие? А теперь мое самое любимое созвездие – это ты. По макушке.
подметает чукчу. Возьмите меня с собой, ребята. Я понял, что любовь бесценна, и нельзя навешивать на нее ценники. Я буду охранять ваш театр. Я брошу наркоторговлю. Буду заниматься вашим продюсированием. У меня есть связь. Ну что, друзья, возьмем его или нет? Возьмем. Но только, мы будем звать тебя не Аморалис, а просто Аморе. Аморе! Аморе, как это красиво! Тогда полетели! Ну что, путь, друзья! Рынок Аватау, 13 ряд, 8 контейнер. Как коснется очков Майдушки... Как коснется очков, переносится в другой мир, моя жизнь переносится. Рынок Алатау, 13 ряд, 8 контейнер. А дальше?
А когда коснутся, очки мои переносят. Ну что ж, друзья, я думаю, мы засчитаем. А вот давайте второй человек попробует еще. Двое соревнования небольшое. Рынок Алатау, 13-й контейнер. Ой, рынок Алатау, 8-й ряд. Я приглашаю боцмана, человека, который, в общем-то, является спонсором своеобразным нашего шоу. А как вас зовут, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Рахим. А вы бывали вот в тех местах, вот где этот контейнер стоит или нет? Рынок Алатау. Ну что ж, мы поздравляем вас. Итак, боцман – это один из крупнейших оптических дилеров нашей страны. Он дарит эти очки. Дарит новые очки. Спасибо боцману. А сейчас, да, наш концерт. Спасибо, да. А сейчас наш концерт продолжается, и мы пригласили наших друзей тоже поучаствовать, потому что барракуде 1 мая исполняется 17 лет. И, в общем-то, многие из друзей хотели поздравить нас и поучаствовать в этом концерте. И сейчас вы увидите первого из них. Если звук у нас усилен, значит будет. Ну я позвала к себе тебя, прекрасно понимаешь, что рискую. Давно прошли веселые деньки, и замуж понапрасну я сходила. Сегодня сердце жмут любви тиски, а завтра позабудешь все, что было. Проснешься утром сытый и хмельной, придешь к себе и поминай, как звали. А я останусь здесь, а змей со мной живет в моем недопитом бокале. А я останусь здесь, а змей со мной живет в моем недопитом бокале. Читаю на ночь грустные стихи, тоска злодейка душу одолела. По всем подругам ходят мужики, ко мне то Дон Жуан, то Отелло. Хочется часть семью детей, а хочется любви, да чтоб до гроба. Я жду тебя, как в засуху дожди, как Одиссея с моря Пенелопа. Я жду тебя, как в засуху дожди, как Одиссея с моря Пенелопа. Сегодня на работу не пойду, все надоело, есть на то причины. Свой макияж поправлю на ходу, так берегись, голубые мужчины. А где ты мой единственный родной? Еще не поздно, приходи скорее. Я жду тебя и летом, и зимой, в тоске зеленой и зеленым змеем. Я жду тебя и летом, и зимой, в тоске зеленой и зеленым змеем. Кого-то интересует муза, а кого-то приклад. И сейчас перед вами выступили Паганини и Влад. Thank you.
Ну, друзья, я хочу представить одного из самых интересных казахстанских поэтов. На электронном браузере стихи.ру, это крупнейший стихотворный сайт в России, он входит в число очень заметных поэтов и занимает регулярно премии, получает регулярно различные литературные премии. И здесь, кстати, можно найти его книгу вместе с Геннадием Банниковым, известным поэтом и бардом, который тоже, кстати, является одним из фаворитов стихи.ру. Вышла их книга, которая так и называется, стихи.ру. Итак, я представляю вам: в ожидании оваций и стадионных гулов казахстанский поэт Ербол Жумагулов. Привет. Тут Олежка тут про премии говорил, вот я все их искал в карманах, так и не нашел. Вот, а поскольку у меня все лимитировано, я все два стихотворения прочту и удалюсь. Слышно нормально, да? Хорошо. Все, выпендриваться не буду, читаю стихи. В свои серые 20 ты куришь по пачке в сутки, пьешь мартини а-ля Доминика с карт на долги до марта. Пишешь письма в Париж, дешевеющей проститутке. Называешь себя не Рэмбо, но казахским Сартром. Ты не спишь над романом, едва не осилив пьесы. Публикуешь стихи за бесценок в журналах моды. Ждешь любовь эмигрантку и грядешь саксонским лесом. Ибо в нем по тебе и заложена суть природы. В свои серые 20 ты знаешь о том, что вечность иногда нецелебна, хотя и оправдана смертью. Оттого ты и болен. Вернее, ты искалечен бесполезностью, временем. Слишком рано лишились оторванных пуговиц и затрепок. Успокойся, твой гений действительно слеп, но верен. Ливню за окнами, гибким его и холодным спицам. Одевайся, тебе пора, надоешь мне в док и вперед. Будь сильнее, иди, постарайся не возвратиться. Именно это приходит в голову в серые мои 20. И опаздывая на 40 жизней, жертвуя бизнес-ланчем. Мысли пускаешь какие-то корни, но, кажется, не плодятся. Я стою в тупине у зеркала, тихо плачу. Вторая вещь, она родилась недавно, потому что книги ее нет. Называется «Твоих снах» маленькая ремарка, посвящена очень близкой моей подружке из Нью-Йорка, которая пишет потрясающие стихи, а Екатерина не помнящая. Вот, посвящение такое. «Береги эти сны, это все, что осталось от юности и иллюзии. Пропиши меня в них, на правах арендатора или хотя бы в виде декорации. Хотя поступайте в вас. Так что пусть черно-белый пусть, только просьба, не тормози их. И впускай меня странного кулака. Сны аквариумы для духа. Так все головы суть террариумы для мыслей и амнезии. Не без них ни в какую. Покуда самое левое мое ухо. Мотыльковая звукопись льется из старого диктофона струйкой крови. Аллея от самых истоков и вплоть до слуха. Милая, если сказанное так и останется в грустном режиме моно, знай, что мы лишь пунктиры истории, а значит, земля нам пухом. Спасибо большое. Жизнь Ашима без Ержана. Я представляю Ержана Ашима. Приколов.
каждый тунгус из Икуль проплывет, не любой урус без закуски пьет, не любой казах играет, одна палка, два струна, ведь не каждый чеченец спор решает кинжалом, не любого турка. Запасы струн гитарных, красок пива и друзей.
А если жизнь твоя прекрасна, но не очень, так хочется тепла и к чаю крендели. Про полочку одну напомню, между прочим, достань кассету и дави на кнопку «Пли». В голове весна, на пороге лета, полыхает солнце над горой. И, наверное, когда-то кто-то где-то наши песни тоже слушает порой. Голоса друзей ворвутся ветром в душу, лед растопят, раскрошат скалу. Кстати, если грустно и свободны уши, голос мой на той же полочке в углу. Спасибо. А ну что ж, друзья, я хочу сказать, что в день космонавтики в нашем городе вот совсем недавно состоялась презентация альтернативного космодрома «Внутренний Мамыр». Это потрясающая тусовка в середине Мамыра, огромный пустырь. И вот там был дан рок-концерт и открыт новый космодром. Были обещаны инопланетяне. Действительно, через 2 часа подъехала машина с инопланетянами, в общем-то, которая пыталась закрыть этот концерт, но грянула песня «И снится нам не рок от космодрома». И вот виновниками, организаторами всей этой потрясающей тусовки был, в общем-то, человек, которого я сейчас хочу пригласить. Кто-то кого-то матом кроет, кто-то крышу и в себе ищет, а мне крышу покроет Иван Алмазов и группа Руби Рои. Итак, Иван Алмазов. Альтернатива всегда с краю. Добрый вечер. Я спою одну веселую песенку. Называется «Очередной геморрой». Рок-н-ролл и перегрин в джинсовых платах.
забыл про круглый стол. Продаются аукционы, все наследство короля и самозванцу корону поспешно трон деля. Песню.
Сразу спуститься в фойе. Всем спасибо, до встречи. В Доме ученых.